Друзья, всем привет! Я хочу вам сказать, что сакуры распиаренные, это, конечно, хорошо, но какие у нас есть красоты. Все-таки надо любить свое, друзья. Свое любить, свое показывать другим. Какая красота! Эта грушка цветет. Призываю любить свое, гордиться своим и показывать свое, а не чужие сакуры. Сакуры это прелестно. А какие у нас красивые вишни, красивые грушки, яблони. Сейчас все цветет. Поэтому любите свое. Наверное, это с возрастом понимаешь, что надо любить свое. Гордиться своим, хвалить всегда своим. Потому что у нас всегда лучше, чем у соседки. Такова природа человеческая.